Всем привет, ребят, с вами Вула, на ваших экранах Escape Simulator, блять, и со мной еще печенька. Hello. Да. Сегодня вот предложил вам поиграть в такую вот непонятную какую-то херотень, херобору, блять. Но еще сам он тоже не знает, что это такое, поэтому ладно, не будем, как говорится, тянуть моряков за остальные яйца, поэтому погнали. Создавай, создаем игру, говори, блядь. Код говоришь? Да. Сейчас бы создать, блять, надо понять еще, как создать, блять. Да, дебил, ух ты, ебать. Ебать, тоже с усами, здорово. Да, сами с усами, да. Вот это, короче, подсказка. Не, вот давай без подсказок пока, нахуй, блядь. Посмотрим. Нам вроде вот сюда что-то положить надо, чтобы дверь открыть. Ну, блядь, логично, у нас тут есть... О, я взял. И тут знак какой-то, видишь, глаза. Да, и это вот тут в книжечке есть, если ее открыть. Тут есть глаз этот. Блядь. А что за книжечка? Я ее взял. А с этим он что-то валяется еще. Вот тут камень какой-то валяется, вон. И еще какая-то херня. Исик. Короче, смотри, некоторые предметы можно на Е нажимаешь, и типа ты его вблизи их осматриваешь, и можно с ними взаимодействовать. А, вот. На некоторых. Это книжечка. Так, иероглифы какие-то. А, ну иероглифы, наверное, тут показываются. А, тут вот, вот, а у нас глаз тут лежит, тут... Ну да. VDJ, блядь, какие-то буквы странные, ну ладно, не суть. Ну да. А, да. Как, а как мне бросить... На LKM зажми или Q. О, я еще книжечку нашел, тут какие-то палочки, циферки с цифрами, ну, если тут, надо. Тут еще вот, какой-то почитай. Вон этот. Это я кейс уже там взял, слушай, дома. А, что было, ты взял? О, можешь вот эту книжку почитать. А точно почитать? В нем ничего нету больше? Ну, вроде нет. Что, ваза? Так, тут еще есть лопата, блядь. А лопатой надо покопать? Логично, блядь, что, логично, что-то надо покопать. Да, странно. Ну ладно, пока положим ее. А, тут смотри, какая-то херня. Тут есть вот с глазом. Там ключ. Вот как раз таки ключ за глазом находится, видишь? А, вижу. А эта хуйня, она поворачивается. Вот, кстати, токен. Типа, можно собирать его. Ага. Но по факту бесполезно. Так, лупа у меня есть. За лупу у тебя есть? Да. Есть шпатель. Так, кстати, на этом сфинксе какой-то непонятный символ нарисован, такой типа. А хуй знает, что это такое, блядь, нам можно. Снизу? Может, сам... А, или буква Т. На, наш сам можешь посмотреть, вон. На нем какой-то такой непонятный символ. Буква Т. Похоже, это что-то на Т. Ты что сломал? Во, вот эту херню, я думал, может быть, что-нибудь там в ней внутри есть. О, тут еще, слышь, часть глаза. Вон, на, чекни. Часть чего? А, во, часть глаза, вот, и вот здесь вот еще есть. Тоже вот такая же вот часть. А, может, это вот сюда надо положить? Во. А, кстати, да. И вот, походу, еще золотую лупень надо поткнуть. Да, походу, надо золотую еще положить. О. Она теперь объединилась полностью, да? Да, да. Так, ну теперь надо... А, смотри, вот тут есть какие-то... А, это время наше идет, бля. Ну да. 11. О, кстати, я что-то уронил с этого с цветочка. А, это токен, блядь. Это токен, блядь. А? Что делать? Так, ладно, подсказки не используем пока. Книжечки нам тоже ж не зря, наверное, дали. Да, да, да. Кстати, вот здесь что-то, вот в этой книжке что-то с мятежью связано. Там сейчас, цифры подожди, какие-то. А, вон, подожди, я что-то во фласке нашел. А как достать? Я вижу. А ты можешь достать, блядь? Нет, я не могу. Опа, 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 смотри. Рассосалось. О, не, подожди, шестеренку я какую-то... Какая-то шестеренка. А, это... нет, это крышка. Снял это, крышку. Да, это крышка с этого, блядь. Вот ты не можешь залезть внутрь? Не, блядь, нет, этого? Я не могу. Того, что я держу в руках, блядь. Потому что... Нет, стой, поверни, о. поверни, блядь. О, давай. О, я взял. О. Токен, ёбана, блядь, раз. Сука, это токен был. Короче, смотри, ключ вот сюда надо воткнуть. Куда сюда? Ну вот, в этот ящик, сундук этот. А, кстати, да. Тут какие-то символы. Да, надо, значит, получается, найти какую-то последовательность цифр или чего-то. Потому что тут вот 4 цифры, и явно за ними откроется этот. Теперь только вопрос. А, кстати, вот на вот этой хероте
на ней значок буковки Т, который здесь обозначает либо GRH, либо Darkness. А где ты это увидел такое? Ой, блядь, сорян, подожди. Вот-вот, лишь мою мышку. Ага, GRH. Блядь, задерживать кнопку надо, правда, такое да. Бля, GRH, а что такое, блядь, значит? Полу зависимый, по-моему. А Darkness? Что? Darkness это тьма или что такое Darkness, блядь? Ну, Darkness. Гипс. Я знаю игру такую, Darkness, блядь. Что ж это тут такое, блядь? Бля, зачем нам лопату дали? Вот ключевой вопрос. Зачем нам лопата? Мне кажется, знаешь что? Надо где-то что-то с буквами связанное, чтобы можно было... Я как-то что-то вести, буквы надо. Потому что здесь алфавит написан. А, подожди, а у нас есть это... блять, у тебя... Как это ее называют? Фляжка? Да. Дай фляжку. Воды хочешь набрать? Да, я тоже подумал что-то об этом. Блять, как набрать на? Как набрать? Как набрать фляжку воды? Попробуй с другой канавы. А какой есть? Есть другая канава, блядь? А, у нас ну, две да. Канавы. Может, палками что-то? Прыгать. Бля, может, какой-то другой, другим способом? Как ее поставить? Ладно, мне кажется, время не надо, чтобы типа это просто все засчитало. Мне кажется, просто надо пройти. Да и все. А, вот, один. Набрал, подожди, набрал. Нихуя себе. А как ты зашел? Чтобы, ну, когда я... А, вот. Да, когда я держу в руках, ты тоже можешь. Так, ну я ее набрал, теперь вопрос. Там, кстати, две по бокам видел вот эти вот? За что, типа, цеплять что-то можно? Может, что-то прицепить можно? У меня есть бинокль. Что у тебя есть? Бинокль. Нахрена тебе бинокль? Не знаю, он в ящике лежал. У меня есть трупа, шпатель и вот эта чиселка. Чиселка. О, бля, так у тебя много вещей есть всяких. Что тут можно с чем замутить? Подумай, посмотри, может быть, видишь, тут на вот этой вот стороне, может, тут шпателем почище чем-нибудь на ней. Охуенно. Он забагался, короче. Я вот сюда его пульнул. Внутрь? Да. Ебать, ты дегенерат, нахуй. Игра хорошая, чё ты? Тут видишь еще какие-то, ну, панельки, ну... В дверях? В дверях, да, и в них тоже да. Что-то наверняка надо вставить. Так, ну, еще вопрос, еще вопрос... Нет, не, это не работает. Сука, блядь, что делать? Как бы воды я набрал, только нахера я набрал? А подожди. Попробуй вот сюда воду налить, если сможешь. Давай попробуем. О, кстати, да. О, а, нет, это фляга. Появилась. Это фляга появилась, я не знаю тогда. Слушай, у меня появилась интересная... А нельзя шпателем подковырнуть вот эти вот... Смотри, видишь, тут есть некоторые блоки в стене. Вот, который от чуть-чуть. Так, блядь, шпатель-то, блядь, проебался. Ну, вот это, ну, в смысле, ты проебался? Ты же его только что держал в руках. Камон, ничего я не держал. Он внутри вот в этой хероте остался. Типа я его кинул, через вот эту стенку он пролетел. Бля, ебать ты олень, блядь. Может, про заново начнем. Ты проебал наш шпатель, блядь. А, это просто миска, блядь, для этих. Да. Это мусорка, типа. Ну, можно так сказать. Это наша мусорка, блядь. Сука, ты олень, ты проебал шпатель. Заткнись, блядь. Ничего не знаю, блядь, ты виноват. Мы теперь не пройдем из-за тебя. Угу. Что, придется заново, блядь. Ну, давай заново. Там скейп, рестарт есть еще? Нет, нету ничего. Ну ладно. Хотя бы знаем, что уже можно забубенить. Так, я взял опять слива. Фляжку. Ну, фляжка лопата. Опять пустая. Так, давай поставим эти опять.
А, надо еще узнать точно, какой стороной поставить. Это получается часть глаза, в которой... А он не, он само ставится. Нет. Можно крутить. Крутить. Да. Ну, мы тогда их просто совместили, типа, оно сразу поставило. Нет, вот смотри. А, хотя подожди. А, ну где да, ты второй? Ну, нет, да, вроде, оно само ставится. Это ты почистил вот эту вот херню, да? Да. Как кстати, вот а на ней что-то написано, блядь, может быть что-то. Так, может, забирай и бесед. Так, хорошо, значит нам надо еще одна... Так, тут тоже ничего нету. Я говорю, шпателем попробуй, стенки нельзя подковыривать. Я так понимаю, тут две строчки. Я так понимаю. В этой книге, ну, две строчки. И-и-и, блядь, в этой залупе на сундуке. Это значит тысяча. Тысяча. А, три палы. Это ты хочешь, типа, давай тысяча. Тысяча, три палочки, то есть три, потом десять, водоворот такой, сколько это? Подожди, вот, три палочки и водоворот. Да, водоворот. Три палочки и водоворот. Вот, это то, вот. Нет, вот, видишь, вот здесь вот, 1205. Нет, а там, типа, смотри, там идет вот это, потом идет две палочки. Там идет, нет, вот... смотри, там идет вот это сначала. Да, потом идет вот это. Нет, две палочки, потом идет вот эта хуйня, потом идет водоворот два раза, а дальше я не смотрел. Так, подожди. Вот три палочки. Три палочки, потом идет... вот десять. Дуга. Это десять. Я... Там, наверное, только водоворот. Челик стоит. Тут есть такое? Водоворот, челик стоит. Ну, тут два челика стоят в конце. Блять, хуйня, какая интересная, сложная хуйня, блять. Для мозгов. Вот с этой хуйней связано. А, это типа вот здесь вот подсказывают, как комбинируется. Типа вот видишь, здесь они подсказывают, типа вот если вот эта херня и две палочки, это 102. То есть типа 100 и вот эта палочка 2. Если вот здесь вот стоит вот эта комбинация, то есть вот они подсказывают, типа вот эта вот ерунда и три палочки, это трое. Тысяча, а, типа просто все суммируется как бы. Вот, то есть тысяча, вот это 200 получается, и вот это 2 и 3, 5 получается. Подожди, тысяча, где тысяча? А, тысяча, вот. Вот это тысяча. Тысяча, вот это по 100, и вот это типа 2 и 3. Получается 1205. Подожди, 2 и 3, 3. 3, 2, получается 5. Вот 3 и 2. Где 3 и 2 ты видишь? Вот 3, вот, 3 палочки. Вот, видишь, где моя мышка? Нет, у тебя мышка, блядь... А да, вот где-то вот тут, вот, да. 3 палочки. Ну, и я вот вижу две палочки. И две палочки, да. Вот, и это 5 получается. Ага, это 5. А вот это вот 200. Это, да, 200. По 100 они получается. То есть, получается так, что... 1200. А, нам надо просто соединить все символы, которые здесь есть. И они... объединятся в номер. То есть, это 1000. 3426. 400... 3000... не 4000, 3000... 426... 20... 400? Да. О, ты смотри, блядь, мы геи! Мы гении, блядь! Мы геи, блядь! Геи, блядь? Нет, ну это только 3000 ты, блядь! Да что? Монетки. Давай посмотрим на монетки, блядь. Может сюда монетки надеть? Ну то есть что, запихивается? Кстати... Ну я положил на какого. Надо, нам надо еще, а-а-а, получается, часть пирамидки где-то найти. Монетки. Так, ну все, монетки все получили. Я хочу знать только. Теперь получается вопрос, куда монетки, блядь? Ну что, туда кидаются монетки? Ну, видишь? Ну давай, я тоже закину. Ты все закинул? Почти. Это все. Да, я свои закину. Наверное, надо их прям внутрь запихать. А мне не особо запихиваются. Вот в чем дело. Места не хватает. Оп. Ладно, зачем? Там куда-то надо вдаль. Оп.
Блять, упал. Странные двери, блять. Так, а ключевой вопрос. У нас же все еще есть этот. Зачем-то у нас тут вторая книга ж нужна для с этого. С алфавитом. Ну, не столько с алфавитом, там этот. Код, алфавит. Египтология, да, это. И это получается G, R, H или Darkness. Нет, что-то... G, R, H. G. Ладно. R... H. Нихуя не понятно. Охуенная игра, нихуя не понятно. Так. Так, это крышечка, это Египта, египтономерология. Давай лопаты, блядь, попробуем что-нибудь. Давай лопаты попробуй, покупай что-нибудь. А у тебя есть еще эти с собой? Вот, вот да, что у меня есть. О, у тебя лупа есть. Да. О, блядь, токен тут получил, не бы она, блядь. Нет, токен, блядь. Не купается. Да, не купается, блять. И стенки эти тоже никак не отковыриваются. Там, по идее, типа, беленький узор предмета должен подойти к части, чтобы использовать. Что должен подойти, беленький? Ну, типа, белым должен зафиксироваться, чтобы можно было использовать его. Mm-hmm. Нет, тут вроде что-то плохо везде. Можно лопат... палки. Можно палки передвинуть. О, палки можно передвинуть. Не буквы, да? Может бежать отсюда, блядь, просто через верх. Ага, если бы все было так просто. Может кому-то в очко надо палку, блядь, ставить. Смотри, ты же положил сюда, получается, вот этот кружочек, а его взять нельзя. Какой кружочек я положил? Ну вот этот, крышку от фляги. Вон она лежит, крышка. Ну, а ее опять нельзя. Че, вон она. Вот а она. Я не могу ее. Не, она просто лежала закрытая такая этим. Бля, ну, сука, лопаты зачем-то надо, блядь. Ну. А зачем это? Блюз. Хотя нет, щетку мы же уже использовали, правильно? Ты же уже вроде использовал, чтобы сместить да. этот. А, единственное, что мы не использовали, получается, это лупу, правильно? Еще токен нашел. О, подожди. Я монетку запихал в эту воду, он вылез. Кто вылез? Токен. А-а-а. Здесь что-то похуй. Наверное, может, только сюда? Один раз можно сделать. Может, там монетки запихать? Ебать, мы с тобой тупые. Ты прикинь? Пиздец. Первый уровень. Не считая туториала. Попробуй шпателем с цветками забубенить что-нибудь. Может быть, по цветкам надо, блядь, досками надо. Может быть, с этих кусочков камушков тоже? О, блять, опять токен, ебаный рот. Да. Это все ерунда, блять. Кстати, я подумал, а токены у тебя есть? Они как... этот... Не токены, а этот, монетки. Нет, я их положил вот сюда, вот этот токен. А, в эту хуйню? Да. О, во, слышь? Меня вот тут... Кто? Что это? Что мне здесь ничего? У меня какой-то значок посередине, ну. У меня просто какой-то значок появился вместо прицела. У меня тоже появился значок какой-то вместо прицела. Мне что-то просто показалось, что в дверь надо вставить эту. Да не, не похоже. Монетку. Ну там треугольник. Внутрь. Нет, там круг такой есть. Не, круг я тоже вижу. Но там, наверное, надо треугольник какой-то заглубинить. Типа что? Что это? Треугольник из чего, блядь? Бинок, вот опять появился.
Это может быть то, что я беру эти монетки из этого. Нет. Господи боже мой, блять. Лесы. Господи, да? О, это ты поставил эту херню? Да, статуэтку, да, я въебал. Новую статуэтку дали? Да, золотую на ней. Теперь вот это. Ага, водичка. Волны. А по-другому еще нельзя, чтобы крутить все? Да, водичка. А, да. Подожди, волны, давай посмотрим, что там волны. То есть это сначала это... была буква Т, потом волны. А, это нумерология. Нумерология нам нахуй не надо, блять. Больше поставить нельзя. Ой, я могу его вот в эту водичку поставить, либо сюда. Водичка — это ватер, вода. Спасибо, я так понимаю, водичку надо поставить. Поставь ее в водичку. Вот почему. Darkness, понял? В тьму поставить ее надо было. Ёбаный рот, нахуй. Так, теперь эта хуйня сюда. Ёб твою за ногу. Сука, блядь, а у нас времени осталось всего 2 минуты. Два дебила. Да не, мне кажется, оно типа просто, чтобы было. Лабиринт какой-то. Так. А как? Что-то менялось? Как управлять? А хую знает. Ну, вход у нас явно типа здесь, это что-то. Не, вот стрелочка мы. Стрелочка мы, а да. Вторая стрелочка это выход. Так, ну тут какие-то символы. Может надо типа по книге опять смотреть и сопоставлять символы? У меня она у меня. Открывай. Сейчас. Египтология. Наверняка тут есть что-то такое типа направо, налево, блин. Что-то вот с этим там еще есть. Значит, смотри, там есть лежачий лев. Лежачий лев есть. Вот. Буква К. А, Л, да, это К. Птичка. Это А. А, хотя там еще вот... У, В, W. А, подожди, у них там ноги отличаются. У нее одна длинная такая, и она смотрит вверх. Вверх? Да, это вот, наверное... А, клюв у них там. Простите. Это А. У нее клюв длинный. А? Да. Так, что тут еще есть? Что там еще? Лодка какая-то наполовину такая обрезанная. Это вот... Лодка наполовину обрезанная. У нее там сзади моторчик какой-то. Ну, либо С, либо К. Вот, снизу которая. А, ты на карте имеешь в виду? Да. А я смотрю на эти символы, которые... Ну, там они же буквы обозначают. Возможно, тут типа слово из 4 букв надо составить. Да, но тут не 4 символа. Тут 1, 2, 3, 4, 5, может быть, это 6, путь, который 7. Ты выберешь. Наверное, сначала лев, типа, чтобы он вверх пошел. Не, подожди, а давай посмотрим вообще выход, куда, в какую сторону идет. Это через эту. Наверх сначала. Потом, вот где... вот это, что это, блядь, избушка какая-то. Квадратик, не, подожди, квадратик, потом у нас идет. А, я так понимаю, надо 4 символа выбрать, которыми уйти. То есть нам нужен сначала лев, потом избушка, потом квадратик, а потом вот этот фалоимитатор. Да, да. Лев, фалоимитатор. Избушка. Квадратик. О. У, блядь, мы в умные нахуй. В умные, мол. Ага. О, блядь, еще нахуй одна хуйня. Из трех. Тут 3 надо, так, тут из 3. А где вход-выход? Я так понимаю, мы из центра идем. Ну, обычно такие лабиринты, загадки, да, да. Такие лабиринты обычно из центра идешь. Это, да, наверное, куда ты... Это, наверное, куда можно попасть к каким существам. Существам. Так, только зачем к ним попадать, блядь? А, может, тут надо выбрать, каким существам можно попасть? Ну вот можно попасть к пчеле в самом верху. К осе, да? Угу. Так, сейчас посмотрим. К скоробею нельзя, от скоробея тупик. От вот этой вот кошки справа внизу, сейчас посмотрю. А тут только вот от пчелы можно. А тут нету, слышь, пчел. Тут другие иероглифы. В смысле, блядь? Все другое. Так, ладно, книга. Что ты нам скажешь? Так, ну время вышло. Би. Ладно. Би, надо буквы поставить. Надо биквы составить. Пчела. Б, Джей, Ти. Надо составить буквы Б. То есть надо составить ногу, змею и полукруг.
закрашенный. Который Т? Вот, полукруг закрашенный. Змею и... Вторая, что там была, я говорил? Нога. Я не помню. О. Хорош. Да, я, блядь, воткнул. Ебать. Тут уже я умный. Блядь. О, все. Ай, ебать, сделали. Ты смотри. Ты... Вот это да. Давай, Нек, да. Ну, прикольно, на самом деле, было. Сколько мы с тобой, блядь, мудухались? Минут... Это только со второй попытки. Да. И все равно мы не успели. Да это пофиг. А там типа... Ну, понятно, пофиг. Но возможно, была бы какая-то награда. Ой, блин. Ну что, до следующего эпизода. Всем спасибо, кто, ребят, смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. А я тут танцую, как долбоёб. Сколько прошло-то времени? Всем удачи, всем пока.